Несмотря на режим самоизоляции, в Ульяновской области продолжаются работы по озеленению, благоустройству и ремонту. В том числе в городе начал реализовываться проект по строительству сотни спортивных площадок. Одну из них установят во дворе дома номер 46 по улице Отрадной. В районе проживает много семей с детьми разного возраста. Свое желание заниматься высказали представители серебряного возраста. Поэтому площадка будет универсальной для жителей всех возрастов. На данный момент мы выстилаем подстилающие слои, бетонируем, ждем, когда бетон просохнет, и застелим бесшовным резиновым покрытием. Местные жители признаются, в районе есть и физкультурно-оздоровительные комплексы и стадионы. Однако подобные площадки рядом с домом удобны и к тому же помогают развивать дворовый спорт. Абсолютно. И соседи, и гости с других домов будут играть все. Вы знаете, спорт соединяет людей, объединяет. И мы думаем, что наши детки в конце концов из своих комнат вылезут и будут играть. Напомним, программа была инициирована губернатором с целью привлечения населения к здоровому образу жизни. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.